несмотря на все попытки сохранить это все как в склепе, да, что да, ничего да, не меняется. Да. Изменения так или иначе, они входят в язык, так что, например, 16, 17, 18 века стали известны как время инновации, да, время новшеств в санскритской грамматике, да, грамматисты стали называть себя новой школой грамматики, начиная с Бхатоджи Дикшита. То есть что-то стало меняться, но что осталось точно такой же реальностью, это что санскрит, как санскрит, это всегда было то, чему нужно было научиться. Вот. Ну, то есть приложить дополнительные усилия. Просто так сам он не вливался в никого. Да, потому что если раньше то, что родной язык это был пракрит в семье, да, то сейчас это может быть региональный современный индийский язык. Маратхи, хинди, бенгали, гуджарати, да. Это тот домашний язык, который несколько столетий назад был бы тем пракритом, который был бы ближе к санскриту, но все равно требовалось вот это обучение, чтобы перепрыгнуть эту достаточно большую пропасть. Просто сейчас она больше. Но что мы делаем сейчас, вот в этой ситуации, когда современные индийские языки намного дальше от санскрита, чем пракриты, да? Мы пытаемся воссоздать. Как бы это было, если бы мы говорили простым санскритским языком на повседневные темы? Мы пытаемся это воссоздать, и опять-таки на основе современных индийских реалии. Языков. Да. Да, и реалий. Я помню, один из учителей санскрита Бхарди во время этого 10-дневного курса хвастался... Десятидневного лагеря. Лагеря, шивера, да, санскрита шивера. Хвастался, что он выучил целый словарь запчастей автобуса на санскрите. То есть кто-то взял словарь механика, перевел на санскрит, и это был предмет большой гордости, знать, как описать все части автобуса на санскрите. Я, конечно, впервые, когда столкнулся с тем, что я открываю санскритско-немецкий словарь Милиуса, и там вижу и танк, и самолет, и прочее, я, конечно, возмущался. Я думаю, какого черта? Вот так взять и испоганить хороший словарь? Ну зачем? Зачем это? Вот я был возмущен. И, собственно, мой первый доклад в Варанаси в 2004 году, это было несогласие с тем, что вот пихают этот современный санскрит в хорошие книги, и что, ну, то есть, я с одной стороны, как бы, мне нравится сама идея, но с другой стороны, не знаю, как-то, получается, это, наверное, нужно для преодоления этого психологического барьера, но как ежедневно, ну, то есть, это, видимо, у этого всего есть своя функция, то есть, не стоит этим, ну, как, все надо делать вовремя. Вот разговорный санскрит, как преодоление барьера.